21.07, часть вторая. То есть непосредственно приступаем мы к замене порогов. И чтобы был хороший доступ к порогам, нужно прежде всего снять двери, чем мы сейчас и займемся. В общем, двери мы сняли. Процесс снятия снимать не стали. Но снятие дверей, этот процесс нам принес бурю эмоций. В общем, это классика, не так-то просто. Бывает снять двери. В общем, прибегали даже вот к такому методу снятия. То есть один болт у нас ни в какую не выкручивался. И остальные болты вот так вот. Все. То есть ни один болт, по идее, нормально не открутился. Вот так у нас пороги. Теперь же у нас отличный доступ к ним. И начнем срезать мы их. Так, сначала мы их вырежем болгарочкой. Так вот. Крыло здесь срежем. Это место потом вырежем, хвостовик. И внизу обрежем. Посмотрим, что там у нас творится. Итак, срезали мы порог. Открывается нам вот такая вот картина. Кто там сигналит? Не знаю, проехала. Так вот. В таком состоянии у нас усилитель. Так, соединитель у нас в хорошем состоянии, но видно, что ржавчина. Будем готовить порог дальше к установке нового